Детский сад «Золотой ключик» работает 35 лет. Сотрудники учебного заведения воспитали уже не одно поколение устюжан. Здесь мальчики и девочки узнают много нового об окружающем мире, учатся петь, танцевать, занимаются декоративно-прикладным творчеством, обретают новых друзей, растут и развиваются. На сегодняшний день детский сад посещает 135 детей, функционирует 6 групп. С 2022 года открыта группа для детей с тяжелыми нарушениями речи. В связи с этим расширились штаты учреждения. Есть учитель-логопед, педагог-психолог, учитель-дефектолог. В детском саду работает замечательный коллектив профессионалов настоящих. Это замечательные педагоги, младшие воспитатели. Каждый вносит свой вклад в развитие детского сада. Детский сад «Золотой ключик» – активный участник различных конкурсов муниципального, регионального и федерального значения. С каждым годом улучшается территория детского сада. Много внимания уделяется физическому воспитанию детей. Во время занятий используется новое современное оборудование. Но самую большую ценность представляет коллектив дошкольного учебного заведения. Здесь нет случайных людей. Сюда идут только по зову сердца. Благодаря этой профессии я каждый раз проживаю детство детей, детство своих воспитанников с яселек и до подготовительной группы. Вижу, как они растут, как они развиваются. Мы стараемся каждый день их развивать, воспитывать, что-то давать им новые какие-то знания. Видим, как у них горят глаза, и нам от этого очень приятно. А еще приятнее, когда наши выпускники приходят к нам в гости, обнимаются, делятся своими какими-то достижениями, успехами. И это для нас, конечно же, счастье. И, конечно, большую помощь в развитии дошкольного учебного заведения оказывают и родители, которые вместе с детьми и воспитателями организовывают субботники, праздники и тематические встречи. Сегодня в адрес сотрудников детского сада «Золотой ключик» звучали только слова признательности и благодарности. Наталья Ивашевская, Степан Крижановский, Вячеслав Голиков, телеканал «Русский Север».